Здравствуйте, уважаемые посетители и слушатели Карельской государственной филармонии. Я приветствую всех любителей классической музыки Петрозаводска, всех почитателей симфонического оркестра. Мне оказана честь открыть юбилейный абонемент, посвященный 80-летию оркестра. Поэтому я с большим удовольствием приглашаю всех 25 октября на первый концерт этого юбилейного цикла. Вы получите несравненные впечатления от космической силы музыки Холста, от неземной красоты музыки Бриттена и вечно юной, задорной и веселой музыки симфонии Прокофьева, где слышны победные залпы 1945 года. С нетерпением жду встречи с моими дорогими слушателями Петрозаводска. Ваш Олег Солдатов.